2 миллиарда тенге в виде ипотечных займов взяли североказахстанцы с 2004 по 2009 годы. Но далеко не все теперь могут гасить долги. Порядка 800 человек в нашем регионе – потенциальные участники программы рефинансирования ипотечных займов. Этот проект стартовал по всей стране. Чтобы снизить процент проблемных долгосрочных кредитов, государство выделило 130 миллиардов тенге. Подать заявление на участие в программе может каждый, у кого возникли трудности с отдачей долга. Банки второго уровня рассматривают эти заявления. В случае отказа заемщики могут обратиться в североказахстанский филиал Национального банка страны. Здесь работает специальная комиссия. На втором ее заседании рассмотрели 7 заявок на участие в проекте. На сегодня банками принято порядка 200 заявлений. Из них 115 банки утвердили, согласились. Когда банк отказывает официально, люди обычно приходят в Национальный банк. Но в данный момент, как вы знаете, создана в области комиссия. Вот комиссия рассматривает эти отказы. Мы хотим по возможности помочь людям, которые попали в трудное положение.